Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами в крепости Вольфенштейн, в катакомбах, в игре Вольфенштейн Старая Кровь. И в прошлой серии мы, вернее даже я, тут вот опростоволосился с подъемом наверх. Но, что я скажу, мы будем прорываться дальше и попробуем найти нашего друга, который тут где-то потерялся. Ну что ж, погнали. Как тут антуражненько, я вам скажу. Черепа. Самое смешное, что похожие склепы, похожие... Даже церковь есть такая, стоящая полностью из черепов, костей. Так что тут это даже как бы не сильно тянет на большую выдумку. А меч нет, у него нельзя одолжить. Мы бы играли бы в рыцаря джедая. Мы борцы за злом, темную силу завяжем мы узлом. Нехорошие люди, разгрози игру. Зачем я это сделал? Как неудобно, что на... Так, а подобрать нельзя ножик? Я его выбросил и все? Ну ладно. Вы нашли секретную область. Интересно. Кстати, это первая наша секретная область в Вольфенштейне. Старая кровь. Old Blood. А, ну кстати, да, мы видели это из золота там. Надо нам сюда. Я не уверен, что я хочу сюда спускаться обратно. Да, в прошлый раз я думал, что мне нужно вот пропрыгать по этим как бы штучкам и сюда попасть. Может быть, кстати, там и реально пропрыгать. Но у меня адекватно сделать это не удалось. Умер. Ну, даже если не умер, то хрен бы с ним. Надеюсь, там по тем дощечкам нам не придется прыгать. Потому что, если вы смотрели прошлую серию, то... О, нож. Можете понять, что я там не поднимусь никогда. Придется закончить эту серию игр, эту серию игры и игру прохождения. Прямо вот тут. Ладно. Пойдемте на дальше. Посмотрим, что у нас тут есть. Но пока что тут до хрена костей и до хрена черепов. Ничего более полезного я тут не вижу. Здравствуйте, а ты что такой напряженный? Расслабься. Стоит такой весь. Че? Ну, судя по тому, вообще, что здесь нет офицеров, можно, конечно, наверное, и не тратить. Вы нормальные, нет? Нормально общались. О, а что это такое взял? Ну, чё ты, блин? Тебе оно надо было? Я не хочу тут лазить. Выглядит ненадежно. Оп. Патрончики нам пригодятся. О, как удобно, что они тут наковыряли ходов. Опять записка Хельги. Нужно, чтобы кто-то перевел эту надпись на саркофаге. Edit Region Chusinares Hag Sarcophags Habit. Если это... Короче, хрен знает. Мой английский не настолько хорош. Эм.
Исправьте. Что-то, какую-то херню на саркофаге исправить надо. И что здесь надо исправить? Здесь есть нож. Зачем его кто-то воткнул ему в голову, непонятно. Зачем здесь какие-то полумумии, тоже пока непонятно. И в целом мне это все не нравится. От слова совсем. Опять тут все как-то ненадежно. Допустим. Ну, каски у нас фул. Патрончики. Вообще, в возвращении к крепости Вольфенштейн тут еще какие-то скелеты, блин, были. Смешно. Не удивлюсь, что тут нам тоже подкинут известного субстракта на лопате в виде каких-нибудь скелетов. Так, а это другое место или это то же самое тут мог пройти? Не понял. Да, блин. Так, я возвращаюсь обратно или я... Так, крысы я не видел. Блин, ножик профукал просто так. Стоп. Я что-то здесь аптечку видел. А на кой хрен я сюда? Ну, ладно, если можно закарабкаться, давайте закарабкаемся, как бы. О, опять секретную область нашел. Да, блин. Что я тут нашел? Боеприпасы для бомбеншуса какого-то. А что это? 5 патронов в обойме. Ой, а что это? Какая странная штука. Надо было потыкать клавиши. Золото-бриллианты. Золото-бриллианты — это выгодно. Другой вопрос, куда мне отсюда дальше? Барабанщик, блин, бласковец. Так. Типа туда что сигнуть надо? Опять же повторюсь, я не хочу. Так, а тут? Не? Ай, нахрена я за этим золотом сюда поперся? Ну, мне надо было. Так, как тебя собрать? Не, ни хрена так нельзя сделать.
давайте попробуем туда прыгнуть. Нифига. И твою налево. Надо мне, блин, было за этой херню лезть. Вылази, бласковец. Ладно, пойдемте обратно. Не люблю я вот в такого рода играх, такого рода приключения. В таких стрелялках, как по мне, должно быть все плюс-минус линейно. Пошел, убил и пошел дальше развлекаться. Вот примерно так. Ну, вниз мне прыгать не очень хочется, хотя мне вроде бы, наверное, туда. Или надо прыгать. Я, видимо, сюда прыгнуть не могу. Так. Тут я уже... типа... бывал... Стоп. Я где-то куда-то свернул, не туда, помню. И прыгнул куда-то вниз. О, золото еще нашел. Ну, допустим. Ну, ачивку все, что блестит, дали в стиме. Нажмите Shift и набегу, чтобы прыгнуть с разбега. А, не люблю я опять такие штуки. Допустим. Мне вверх? Или мне сюда? Ну, сюда, видимо, я зашел чисто... патронов пополнить до всякого. Мне, видимо, все-таки наверх, откуда я благополучно грохнулся. Ах, пласковица, вот надо было тебе там провалиться. Да. Опять что ли синхронизация вырубилась? Да как так, почему она выключается? Само собой. Давайте адаптивную включим. Я не понимаю, почему она выключается, учитывая, что как бы она явно здесь нужна. Верхний катакомбы эскиз. Допустим. Опять тут куда-то надо. А как нам туда? А, ну... тупая механика. Ну, один раз это весело забавно, но каждый раз... каждый раз так лазить, оно... мягко говоря, не айс. Ну, не знаю, лично мне, ну, не нравится. Такая схема постоянного перемещения. Так, ну туда мы можем вылезти. Что-нибудь ограбить можем? Что-то нам подозрительно прямо от души всего дают. Ну да ладно, дают так дают. Полезли, чё, бласковец, чё делать?
Ай, опять идиотская схема. Колясь, 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 я сказал. Чпуньк, чпуньк. Лази. Так, один минут. Кто где тут шаркает ножками? Так, ты... Нет, это какая-то бочка. Допустим. Хорошо, что они все практически глухие, слепые. И когда тут что-то падает, хохочет и прыгает, они притворяются, что нихера не слышат. Так, 28 метров, где-то еще один офицер. Надеюсь, мы тут опять куда-нибудь не провалимся. Так, офицер где-то там. Так, стоп, а куда мне? Ну, судя по тому, что тут кто-то ходит... Мне куда-то сюда. Так, офицер где-то тут, рядом прям. Отлично. Можно сказать, что пока что практически идеально. Ну что, опять никто ничего не слышит. В принципе, по большому счету, можно уже не таиться особо. Хм, какие прочные у них стекла. Чё, что? Стоп. Туда можно запрыгнуть? Нет? Видимо, нет. Хрена себе, у тебя голова прочная. Тебя друга убили, ты такой стоишь и как бы типа пофиг. Какую-то хрень нашел. Не то чтобы я любитель стелса, но пока что-то прям получается. Говорится, тьфу-тьфу-тьфу. Нам вообще куда-то сюда? Куда я иду? Да, стоп. Я тут что? Я тут был? Да, я тут был. Я тут офицерен туда-сюда. Уговорил. Стоп. Типа полная. Я отсюда. Что? Я отсюда пришел. Тут я убил кого-то.
Что-то я не понял. Тут я... Карта. Сюда, сюда, сюда. Еще патроны. Или все-таки это можно развить? Нет, походу это бронебойная. А, это вообще железный. О, карта открылась. Так, нам сюда. Сюда. О, я вижу куда. А, опять дебильная схема. Да блин. Электрика. Электрика мне не нравится. Чё, какая... Открыть ворота крепости Вольфенштейн. Какая у нас цель? В смысле, это типа, чтобы штурм начался или что? Я уж не помню. Нахрена нам открывать? Что? Улучшение оружия. О! Оптический прицел. Что? Кто? Откуда? А, я тебя вижу, чувак. На мана. С такого ракурса это оружие мне нравится. Я его, правда, до этого не пробовал. Может быть, оно и без прицела было. Окей. Так, стоп. Это что? Это где я? Так. Я кого-то видел, не? На-на-на-на-на-на-на. Мне же не просто так дали снайперскую. Стоп, это я здесь при это. Приехал я здесь. Ой, не просто так все это. Это что? Ага, открыл. Ладно, остался еще один. А, ну то есть как бы кто-то открыл половину воротины, и как бы вся охрана опять благополучно заложила болт. На то, что у них тут происходит какой-то в рот компот. Какой-то демон что-то делает, и как бы всем, в принципе, насрать. Хотя, с другой стороны, они тут какой-то мистикой занимаются. Может быть, для них это норма, когда что-то само собой происходит, и люди пропадают. И типа у них тут полк пропал, и ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Что-то мне твоя морда знакома. Ладно, с тобой. Какая крутая лестница, как бы нам тут тебе голову не сломать. Так, у нас есть... Ага, то есть мы... Типа, туда же вернулись. Так, так. Что? Я видел там снайпера.
То, что... Ладно, допустим. Не знаю, в чем логика. Что? Это вообще нормально, не? Ну окей. Я вас тут подожду. Ты. А я тебя вижу. Смешной. Есть еще желающие? Нет, все-таки не, вопросов нет, как бы и в новом колоссе, и в новом порядке враги не сильно умнее, как бы. Но тут что-то как-то совсем не очень. Так, граната. Блин, а просто взорвать это как-нибудь не, нельзя. Или вот где-нибудь забраться, у нас трубы типа есть, мы можем карабкаться. Нет. Нам обязательно ворота открыть. Ладно. Все классно, но куда нам дальше идти? Так, не сюда. Думаю, видимо, вернемся. Эти друзьяшки откуда-то отсюда все прибежали. Закрыто. Попробуй в другом месте. Сообразил Штирлиц. Так, я отсюда выполз, эти друзьяшки откуда-то отсюда бодро бежали. Тут я вроде бы бывал, лодку стащили. Ничего стоять нельзя, что за люди. Попробуем в другом месте. Так, Господи, ты бы как-нибудь чуть поконкретнее что ли говорил. В каком другом месте мы будем пробовать. Так. Занято. А почему ты, Господи, тут запрыгнуть не можешь? Хотя, это вообще что-то запрыгнуть можно. Не можешь, так не можешь. Что это, не? Так, что-то... Тайный человек потерялся. Не тут. Это твою дивизию, а? Стоп. Я сюда откуда? Оттуда пришел. Ну, может мне сюда? Где я причалил? Я причалил, по-моему, где-то там. Только не говорите, что мне сюда. Да ладно.
seriously? А вот... как я должен был догадаться, что мне сюда? Ну, вы бы как-то намекнули. Хотя, наверное, я должен был догадаться, что вот эти вот штуки, это как раз то, что мне надо. Вот эти вот штуки. Ладно, допустим. Возможно, это просто я слишком тупенький. А не то, что тут игра как-то не так себя ведет. На нах. Так, карта дополнена. Так, карта дополнена. Ну, вы могли бы как-то вот называть, то есть, пройдите в шлюз, там, еще что-то такое. Ну, логично же было бы. То есть, не просто вот открыть крепость Вольфенштейн, а там, пройди в шлюз, пройди в правый шлюз, пройди в левый шлюз. Ну, здраво же было бы. Ну, как по мне. Да и в целом, как бы, учитывая нашу способность, можно было бы просто туда забраться, да, то есть веревку найти какую-то, кошку и запрыгнуть. Ах, так, ладно. Опять мы тут занимаемся ерундой. Твою мать. Ой. Ирасия. Тяжелый пехотинец, блин. Ну, хорошо, что это тяжелый пехотинец. Благополучно уезжает с пистолета. Это смешно звучит, когда по рыцарю попадаешь. Твою... Как так я его с нескольких выстрелов пистолет уложил? Вас там двое, что ли, было? При этом автоматная очередь ему нанесла совсем не густо урона. А ну выгляни. Да чтоб тебя. Какой хитрый, блин, фашист. Чё? Да умри ты уже. Чё я подобрал? Так, нет, не то. Так как тут что поменять на него? Так, коллекция, журнал, перки. Как мне с оружием поиграться, там, типа, улучшить или еще что-то сделать? Ладно, пофиг. Перезарядиться. Подписывает мирный договор. И пускай подписывает. Так, золото какое-то нашел. Окей. А где остальной фашист? Не то, чтобы он мне сильно нужен. Но в целом любопытно. Смешно. Так, а что так музыка резко остановилась? Странно.
Кто, чё, кого я поднял? Твою налево. Так, ладно, сюда я вроде быстрее попал. Так, мне каску надо где-то еще найти. Каска, вот каска, пистолет. Тут где-то я что-то видел, по-моему, еще. Оранж... О, карта. Каска. Трам-парам-пам-пам. Ну, такое впечатление, что сейчас мы откроем ворота. Не уверен, что мне это принесет счастье. Ну, как бы... Так. Вроде бы пока никого. Давайте тыркнем. Должен открыться путь в крепость. Я бы не был так уверен. Предположим, о, ковер. Ковер бы нам пригодился, наверное. Так, карта дополнена. Ну-ка. Нифига не понятно, но очень интересно. Опять чувачок и очень откуда-то знакомый. Хотя, может быть, они тут все такие. Одинаковые. Жопу выставил, дубина. Какие, блин. Какие противоударные... Чувачки. Так, ты там чё? Так, что-то по патронам прям не очень. Чё, есть еще желающие? А вот то, что вертикальная синхронизация выключается само собой, это расстраивает на самом деле. Так, по патронам вроде бы восстановились плюс-минус. Так, где-то тут я видел, да, патрончики еще. Окей. Не знаю, сейчас мне кажется уже неплохой идеей взять вот эту штуку и сходить с ней. Хотя, по большому счету, стоило, ну, сразу сюда выбежать и за нее схватиться. Угу, то есть, как бы это вся охрана, да? Которая тут была. Допустим. У нас полн. Тут у нас каска халявная. Пойдемте делать ра-та-та-та-та. Угу. Аптечки это ништяк. Нам, конечно, больше броня сейчас пригодилась.
Окей. О, кат-сцена. Куда-то забрались. Как-то стрёмненько все. Крепость Вольфенштейн, глава 3. Огонь. Так, ну что же, я думаю, вот на этой прекрасной ноте мы серию закончим. Я вам скажу, до свидания, дорогие друзья. Увидимся в следующей серии. Будем штурмовать Вольфенштейн. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.